Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте воскликнем! Аллилуйя тебе, Иисус! Аллилуйя! Иисус живой! Он воскресший! Аллилуйя! Дорогая церковь, свет Евангелия, семья Божья и все, кто смотрит нас сегодня в онлайн-трансляции, я хочу приветствовать вас словами, сильными словами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! О, Он воистину воскрес! Я слышу, как вы в домах своих восклицаете, я слышу это в духе своем. Аллилуйя! Аллилуйя! О, как прекрасно осознавать, что наш Иисус живой! Он воскресший! Аллилуйя! Аллилуйя! Друзья, церковь, к сожалению, мы не можем быть сегодня вместе. Мы не можем пожать руки друг другу, мы не можем обнять друг друга. Но я чувствую, как мы соединены Духом Святым. Аллилуйя! Мы соединены в одно целое. Аллилуйя! Дьявол, он не может сегодня забрать от нас радость. Он не может сегодня забрать веру в живого Бога, потому что Он живой. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог, Он определил сегодня жизнь, и церковь Его живая. Аллилуйя! Бог определил сегодня жизнь для тебя и для меня. Бог определил сегодня жизнь свою, жизнь продолжается. Аллилуйя! Его победа, она совершена над жизнью. Он есть живой Бог, Он есть воскресший Иисус. Аллилуйя! О, я торжествую, мое сердце наполняется радостью. Мне так приятно, что сегодня мы вместе в наших домах, нашими семьями. Я верю, что мы собраны, чтобы праздновать. Мы собраны, чтобы торжествовать. Аллилуйя! Потому что Он живой. Это наша Пасха. Это то, когда мы приходим, чтобы воздать победу нашему победителю. Аллилуйя! И в первом послании к Коринфянам, 5 главе, 7 стихе, написаны такие слова. «Ибо наша Пасха, Христос заклан за нас». Иисус Христос закланный за нас, за тебя и за меня, дорогой друг. Наша Пасха, Христос закланный за нас. О, аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что вы радуетесь. Я верю, что ваши дома наполнены миром, радостью. О, аллилуйя! Потому что Он воскрес за нас. Он живой. Он тот, который свою жизнь положил за тебя и за меня. Аллилуйя! Он взял нас в свое дело. Он назвал нас своими. Аллилуйя! Он запечатлил нас Духом Святым. Аллилуйя! И это наша Пасха. Он подарил нам жизнь вечную. Аллилуйя! Мы сегодня торжествуем. Мы сегодня радуемся воскресшему Царю. Аллилуйя! За много лет до воскресения Христа Бог через пророка Осию проговорил и сказал: «Я освобожу их от ада, от смерти избавлю их». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И Иисус пришел, и Он исполнил, Он совершил. Аллилуйя! Он одержал победу. Он одержал победу над смертью. Он одержал победу над всяким грехом и над всяким проклятием. О, аллилуйя! Слава тебе, воскресший! Слава тебе, Иисус! Сегодня есть сила воскресения. Сегодня есть сила воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И эта сила сегодня пребывает в наших сердцах. Это сила воскресшего сегодня в ваших домах. Аллилуйя! Давайте, церковь, мы вместе будем воздавать славу воскресшему. Давайте мы вместе сегодня будем восхвалять нашего Господа Иисуса Христа, потому что Он одержал победу. Он живой, Он достоин славы. Аллилуйя! Аллилуйя, Иисус! От неба до земли пусть несется тебе сегодня слава.
от восхода до заката, пусть сегодня Тебе будет хвала. Аллилуйя! Мы будем вместе в наших домах, вместе с группой. Мы будем сегодня торжествовать. Мы будем сегодня восклицать воскресшему. Вся слава принадлежит Тебе, живой Бог. Аллилуйя! Вся сила, вся власть, Господь, в Твоих руках. И Ты достоин поклонения. Ты достоин славы. Аллилуйя, Господь, мы поклоняемся Тебе. Мы воздаем Тебе славу. Воскресший Бог, Ты достоин. Ты достоин всей славы, Господь. Ты достоин всей хвалы, Иисус. Ты победил смерть. Аллилуйя. В Тебе, Господь, есть сила воскресения. Аллилуйя, Господь. И эта сила есть в нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Я молю Тебя, Господь, и прошу сегодня, Господь, может быть, там, Господь, в домах, в некоторых, Господь, ушла радость, Господь, воскреси сегодня радость, воскреси сегодня дух, Господь, победы, Господь, потому что Ты Бог живой, Господь. Воскреси сегодня мир Твой, Господь, в наших сердцах и наших домах. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, воскресший. Мы благодарим Тебя, победитель, царь царей. Ты царствуешь сегодня над всей землей, Господь. Ты царствуешь сегодня в наших семьях. Аллилуйя, царствуй, воскресший. Царствуй, Господь. Тебе вся слава, Тебе хвала. Тебе наша аллилуйя, аллилуйя воскресший, аллилуйя. Он лежал.
дорогие друзья, Христос воистину воскрес. Мы сердечно поздравляем вас с этим светлым праздником Христового воскресения. Вы знаете, следующее произведение в оригинале написано на английском языке, но когда мы его стали переводить, величие музыки само подсказало нам, что нам нужно использовать другие стихи. И мы обратились к оде «Бог», написанной великим русским поэтом Державиным. И вот, как сам поэт пишет о том, как он написал это замечательное произведение. Первое вдохновение или мысль написанию этой оды я получил в 1780 году, когда в пасхальное воскресенье, такое же воскресенье, как и сегодня, вернулся из церкви. Тогда, приехав домой, я положил первые строчки на бумагу, но, будучи занят должностью и светской суетой, сколько ни принимался, не мог окончить оду, хотя и написал в разное время несколько куплетов. Потом, 4 года спустя, после отставки, приступал к окончанию, но также из-за городской суеты не мог. Однако был непрерывно побуждаем внутренним чувством. И для того, чтобы удовлетворить это чувство, сообщил жене, что еду оканчивать оду. Державин отправился в деревню. Он снял небольшой домик, попросил хозяйку готовить ему еду и, запершись в уединении, несколько дней подряд готовил, работал над этим произведением. Только последний куплет он не закончил и заснул уже практически перед рассветом. И видит во сне, что блещет свет в глазах его. И проснулся, и в самом деле воображение его было так разгорячено, что казалось ему, вокруг стен бегает свет, и полились потоки слез из глаз его. Он встал и в ту же минуту написал последнюю строфу, окончив тем, что он в самом деле проливал благодарные слезы за то понимание, которое было ему открыто той ночью. Дорогие друзья, пусть и сегодня через звуки этой музыки вы сможете увидеть сияние света на стенах вашего дома, на скрижалях вашего сердца. И пусть это будет отблеск славы нашего воскресшего Спасителя.
Господь, Тебя нету, Господь. Величие Твое, Господь, над всей этой землей, Господь. Нет подобных Тебе, Господь. Благодарим Тебя сегодня. Благодарим, Господь, Тебя за жертву Твою, Господь. За крест Голгофский, Господь. За надежду, Господь, для этой земли, для, Господи, всей земли, для страны нашей, Господь. Для каждого из нас лично, Господь. Славим Тебя, величаем сегодня, Господь. Будь превознесен, вся хвала Тебе, Господь. Вся честь.